Кидман, это я. Хорошо, что ты на связи, Себастьян. После маяка я пытался разобраться. Но все решили, что я просто брежу или скрываю правду. Я сам начал верить, что так и есть. Что, может, я сошел с ума? Я был так несчастен, так бесполезен. И мою боль могла заглушить только выпивка. Столько времени упущено. Нельзя было сдаваться. Черт. Не надо себя корить. Если Мёбиус не хочет, чтобы его нашли. Не оправдывай меня, Кидман. Я облажался. Короче, сейчас не время сидеть и оплакивать прошлое. Пора собраться и действовать. Именно самобичевание довело тебя до бутылки. У тебя появился шанс вернуть то, что ты потерял. Не упусти его. Сурово. Но справедливо. Ты права, Кидман. Спасибо. Хорошо. Ползем дальше. Мои всем приветствия. Так, надо посмотреть в мастерской. Деталик вроде бы у нас не... Ой, чуть не забыли. Мозговая жидкость. Деталик у нас вроде бы нет. Но может быть, что лучше получится. Пистолет, а смысл? Как показала практика, в обычном бою он вообще бесполезен. Зачем такое усовершенствовали? Дробовик. Угу, у меня есть одна деталька, а стоит ее тратить. Так, здесь уже потолок. Да и стрелять из нее пипец как неудобно, на самом деле. Здесь взведение. Это у нас что? А, силы гарпуна. Но опять же, тратить целую деталь на небольшой буст, который мы, скорее всего, никогда и не реализуем. Даже не знаю. Так, сколько там всего? 240, 100, 480. То есть мы всего ничего сможем усилить. Ну, давайте мы им все-таки регулярно пользуемся. Ну, относительно. И да, сейчас... Ну, не сейчас прям. Ай, опять забываю. Что-то как-то нас один раз сюда вот закинуло, и я уже вот упорно хожу в этот закуток, чтобы выйти. Сейчас сходим к той ловушке. Если бой закончится не в нашу пользу, а скорее всего он закончится не в нашу пользу, прием на нее и идем досматривать местность дальше. Тем более, что мы тут частично ее уже зачистили. А затем надо будет еще по просьбе вот этого парня сходить посмотреть, что там за сервер. Так, только сориентироваться. Кажется, нам туда куда-то. Очень мило. Мне теперь интересно, мы просто на нее нарвемся, то есть она туда прибежит, или там вторая появится? Легче от этого, конечно, не становится. Так, сразу берем дробовик. Да, ё-моё. Просто если это та же, то ладно. Но если это будет вторая, то сейчас сражаться с первой вообще не имеет смысла.
Части тел соединяются в монстра? Ну, конечно. Почему бы и нет? Меня уже вряд ли чем-то можно тут удивить. Это не повторится. Я сожгу их, пока они не обратились. Погодите. Это... рука там дернулась. Черт! Нет! О, боже! Нет! Да. Ну, я не уверен, что это она же, но, по крайней мере, появилась. И да, я хотел с ней сразиться, конечно, но что-то вот уже ноги потихоньку делаем. Но ее, к минимуму, привлекло сюда, если это, конечно, не вторая. Ладно, скоро узнаем. Ну, удалось избежать боя, так удалось. Так, нам с той стороны еще досмотреть кое-что. Так-то, кстати, выяснилось, что если противник держит зажигалку и по нему стрельнуть, он ее роняет и ликвидируется. Так что там, где был хоровод, оказалось не так уж все сложно. Просто ценой нескольких патронов удалось разобраться. Воу-воу. Так, а где? А, вон, да, вот, кажется, кружили. В любом случае. Вот с этой стороны надо пройтись, доосмотреться. Потому что это, кажется, единственная часть, которую мы еще не досмотрели. Так, главное, чтобы эта фигня не играла. Дневник бармена. Последняя запись в потрёпанном дневнике. В баре кипит жизнь, дела идут хорошо. В Юнионе в последнее время много новых лиц. Составы приходят битком набитые, все привыкшие хотят пить. Если так пойдет дальше, я наконец смогу продавать пиво на разлив. Пит жалуется на слишком большой наплыв посетителей, а я считаю, чем больше, тем лучше. Он всегда был брюзгой, а в последнее время стал совсем уж странным. Сидит на своем обычном месте, бросает на новых посетителей убийственные взгляды и что-то бормочет под нос. Я бы его поставил на место, но он мой главный завсегдатай. Эх, ладно. И ничего. Ладно. Нам же лучше. Ну, надо же было проверить. Так, стоп. Угу. Ладно, кажется, все там.
Ясно. Их там трое. Да блин, вот тут. Блин, игнорит. Далековато. Может не получится ведь. А нет, получилось. Так, что там? Если получится добраться до БТР, хорошо. Ах.
Ключ от склада, отключенный один на трубе в переулке, он открывает складское помещение около почтового отделения. Кажется, мы и видели это место. Я, конечно, не то чтобы сильно на него засматривался. Для каждого ключа есть замок. Только вот где он? Черт, я в ловушке. Помогите! Черт, я в ловушке. Надо отсюда свалить. Мне просто было нужно добраться до ПТР и свалить отсюда. Помогите! Вы слышите меня? О боже, я умру в этой Сэм. Пропаду, как будто меня не было никогда. Прости, Лоусон. Похоже, у меня не получится подкатить на БТР и забрать тебя. Но, в принципе, нам по пути. Есть, конечно, мы вообще успеем туда заглянуть. Блин, это все-таки новое? Да, блин, издеваетесь. Если этих фигур здесь будет несколько ползать, это ж будет ахтунг. Понятно, не получилось. Даже с ускоренным ползанием, он слишком медленный. Так, закуток. Двери нет, обидно. Бегим в помещение. Она, конечно, вроде бы может в них ходить. А, не может. Ну, хорошо. Но все равно очень тупой эпизод, потому что получается здесь теоретически три хреновины вот этих. И это шиза. Тем более, что нам как раз таки надо вот в эту сторону. Мы же здесь были где-то. Хотя, конечно, уже не уверен. Ладно, будем надеяться, что там уже все осмотрели. На. Вот осматривайся, блин. Отстань, а. Ну, отстань. О, дверь.
У него какая-то... О, я уже забыл, что у него фонарик есть. Что? А, я уже думал, кофеварка работает. Так. Учитывая, что здесь видеокартина, я подозреваю, что мы должны были ползать по этому городу уже после театра, чтобы там какую-нибудь комбинацию на открытие собрать. С другой стороны, при наличии трех вот этих хреновин, нам и так не очень удобно будет здесь прогуливаться. А. Ну, ёпрасота. Ну, конечно же, она будет тусоваться рядом с нами. Внезапно. Так-то была мысль, что что-то за деревом есть. Оказалось, перед ним. Эта стена не считается укрытием. Он не может к ней прильнуть. Блин, ну серьезно. Так, ладно. Блин, она увидела? Нет, вроде бы нет. Просто, судя по всему, она просто бежит там по скрипту, а вот увидела или нет, не всегда. Так. И постоянно что-то рычит нам тут по духам. И да, получается, мы не успеваем, так сказать, поспособствовать тому пареньку в убежище. Потому что мы еще даже до запертого помещения не добрались. И да, только сейчас понял, у нас же есть ключи. Не израсходованные. Надо будет их тоже применить. Вот, вот эта вот дверь. Видели, когда кругами бегали? Да, и вот тут ключ нарисован. Ну, на самом деле не нарисован, просто обозначен. Но так или иначе.
Что-то я сомневаюсь, что этот топор прошел настолько насквозь, чтобы припечатать. Но, опять же, здесь, скажем так, на объективную адекватность отображения рассчитывать не приходится. Ну и смысла в этом нет. Длинноствольный дробовик, дробовик средней дальности с длинным стволом, который позволяет наносить урон на дальней дистанции. Да, вот это уже неплохо. Он заменился? Так, замечательно. А чем один от другого отличается? Ну, кроме внешнего вида, разумеется. Если это по умолчанию лучше, то почему он не заменился? Ну ладно, пока возьмем. Опять 25. Черт! Блин. И что, мы завалили испытание, или так и должно было быть? Ну, а так-то ладно. В любом случае, на этом пока что все. Вы сегодня повеселее выглядите. Вы нашли потенциального союзника в этом опасном мире. Не уверен, что это так. Я не знаю, кому можно доверять. И вам в том числе. Очень жаль. Мы столько пережили вместе. Изоляция и недоверие, конечно, не являются симптомами душевной болезни. Но ее побочными эффектами, несомненно. Если будете замыкаться в себе... Это лишь усугубит ваше состояние. Вы человек. Вам нужна связь с другими людьми, как растению нужен свет. Больше всего мне сейчас нужна связь с вашей машиной. У меня там еще дел по горло.